Поздрави на всички. Бъдете благословени. Днес темата на моята проповед. Ние отново не се уговаряхме с прославлението. Те днес спяха една песен. И там има едни хубави думи, че Исус Христос е платил пълната цена. И днес искам да си помисля малко над една тема. Раз, два. А, сейчас. Да, сейчас работает. А? Нужно ли нам платить цену? Дали ни трябва да си плащаме цената? И сегодня тема моей проповеди называется... И темата на моята проповед днес... Заплатила ли ты цену? Дали си платил цената? Да, там, на экране. Сейчас немножко... Так, видно, да? Вижда ли се? Сегодня буду рисовать. Днес ще рисуваме. Рисую я не очень. Не рисувам много добре. Но думаю, что будет понятно. Обаче ще се разбили. Открою первое место. И ще отворя първото място. Мы проповедовали две недели тому назад. Преди две седмицы проповядвахме. Про основание праведности. За основите на праведността. Сегодня, можно сказать, в какой-то степени продолжение. И до някаква степен днес ще продължим по тази тема. И я говорил, вспоминал историю про Авраама. Я вспомнил историю за Авраам. Давайте мы прочтем вновь это место. Нека прочтем отново това място. Послание к евреям. Послание к евреи. 11 глава. 11 глава. С 8 стиха. От 8 стих. Перевод можно смотреть на проекторе. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Оставив свою родину, в принципе. Оставяйки родината си. Ур халдейский. И можно так сказать, что это был первый еврей. И можно себе сказать, что това был первый еврей. В переводе обозначает еврей, слово еврей означает странник. Думата еврей означало странник. Потому что первый еврей Авраам, он был вот таким, потому странником. Первый еврей Авраам, той был один странник. Пошел, не зная, куда идет. И тръгнал без да знае къде отива. 9 стих. Верою обитал он на земле обетованной, то есть обещанной, как на земле, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется себе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. И мы размышляли на такую тему о том, что жертва Авраама – это была как своего рода такая жертва, которая стала прообразом жертвы Иисуса Христа, которую Бог принес за все человечество. И ние си говорихме за това, че жертвата на Авраам всъщност е някакъв прообраз на това, как Иисус Христос ще се принесе в жертва. Бог принес своего единородного сына. И Бог принес свой единороден сын. Может быть, не всем понятно, почему Иисус Христос – единородный сын всемогущего Бога. Может быть, не всички ще разберут, за что Иисус Христос – единородный сын на Бога. Перевод современный говорит более точно. И современный перевод казва по-точно. Единственный, кто рожден подобным образом. Единственный, който е роден по този образ. Может быть, вы еще знаете кого-то, кто родился не от мужа? Может быть, познавате още някой, който не се е родил от мъж? Родился от девственницы, от девы. А се е родил от девственица? И родился от Святого Духа. И който се ражда от Святия Дух? Ну, назовите мне еще одну такую личность. Кажете ми още една такава личность. Я думаю, что... Не найдется. Аз мисля, че няма да се намери. Во всей вселенной нет другой такой личности. И в цялата вселенна няма такава подобна личност, которая родился лично от Бога. Която да се роди лично от Бог. Что написано, что Дева Мария зачала от Святого Духа. И пише, че Дева Мария зачинала от Святия Дух. Единородный Сын Божий. И вы знаете, я сегодня расскажу немного свою историю после того. Ще ви разкажа малко и за моята история. Как просто напомню. След като ви напомня.
Что для Авраама значил Исаак? Какво означавал Исаак за Авраам? Мы дети Авраама. Аминь. Ние сме децата на Авраам. Мы дети Авраама по вере. И ние сме децата на Авраам според вярата. И мы призваны, в принципе, делать то, что он делал. И сме призвани да правим онова, което той правил. Вот Авраам оставил свою родину и пошел в дальнюю землю, не зная, куда идет, так Авраам написано. Авраам оставил земите си и утива в някаква непозната земя. Бог дает ему некоторые обетования. И Бог ему дава някакво обетование. Например, говорит о том, что потомство у тебя будет как звезд на небе. Например, ему казва, че потомството му ще е като звездите на небето. Или как песок морской. Или като морския пясък. И мы понимаем, что счесть это невозможно просто. И ние разбираме, че няма как даже да се приброи. И Авраам этому поверил. И Авраам вярва на това. А детей у него своих не было. Пък няма свои деца още. И в какое-то время, когда Аврааму было 99 лет, и в один момент, когда Авраам стал на 99 години, Бог пришел к нему лично и сказал, через ровно через один год у тебя будет, я приду, у тебя будет уже сын. Бог утива лично при него и ему казва, след одна година ты ще имаш сын. А Сара, которой было 89 лет, и Сара, която била на 89 години, она слышала это, тя и чула това. И мы помним, да, что она рассмеялась. И не си спомним, че тя се рассмяла. Ну, думаю, любая женщина бы рассмеялась. Всякая одна жена би се рассмяла. Если бы ей сказали, что в 90 лет она родит. Ако биха и казали, че на 90 години тя ще роди. Потому что все женское уже закончилось. Защото всичко женско приключва там. Просто как, каким образом? По какъв начин? Ну вот поверил Авраам и вменилось ему это в праведность. Обаче Авраам вярва и това му се вмени в праведност. Авраам так верил Богу. И Авраам толкова много вярва на Бог. Что когда родился сын. Че когато се ражда сина му. И сын подрос. И синът му израства. И было ему примерно что-то 13-14 лет. И става някой на 14-15 години. И Бог сказал принести его в жертву. И Бог казва на Авраам да го принесе в жертва. И смотрите, как написано. И какво пише. Верую Авраам. То есть чем принес Авраам? Жертву. То есть через какво принася жертва Авраам? Авраам настолько верил Богу, что принес жертву своего единородного сына Исаака. Авраам вярва толкова много на Бог, че принася в жертва свой единороден син Исаак. О котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Авраам верил в то, что даже если он убьет своего сына, и он уже замахнулся ножом, Авраам вярва, че даже ако убие сына си, Бог силен будет воскресить его даже из мертвых. Бог е толкова силен, че ще може да го воскреси от мъртвите. Вы представляете, какая вера? Представите ли си каква вяра има? Невероятно на самом деле вера. Това е невероятно. И Авраам бы это сделал. И Авраам би го направил. Если бы его кто-то не остановил, правда? Ако някой не би го спрял. То есть Богу не всегда обязательно, чтобы мы приносили жертву. То есть за Бог не винаги задолжительно ние да принесем жертва. Для Бога иногда важна просто наша готовность. За Бог понякога е важна нашата готовность. Знаете, я сегодня немножко расскажу нашу историю с Наташей. И днес ще разкажа малко за нашата история с Наталия. И немножко вспомню про 95-й год. И ще си спомним за 95-та година. Когда я был рукоположен на пастора. Когато бях рукоположен за пастор. И 90-е годы это были тяжелые годы. 90-те години бяха тежки години. Я помню, что в 91-м году я уверовал. И аз спомням, че през 91-та година аз повярвах. В церкви Грейс благодать. В церквата Грейс благодат. Через два года, в 93-м году, мы открыли очень мощное объединение. След две години, 93-та година, ние отворихме едно много голямо объединение. Благая весть. Благовест. В те годы началось мощное пробуждение в России, на Украине, в Украине, в Казахстане. И през онези години започнало едно много мощно пробуждане в Казахстан, Русия, и в других, Украина. И в других странах бывшего Советского Союза. И в другите страни на бывшие Советский Союз. И мы начали просто двигаться невероятно. И започнахме невероятно да се движим. И в 95-м году я был рукоположен, мне предложили занять пост пастора. И през 95-та година бяха ми предложили да заема пост на пастор. И знаете, это было не случайно, неспроста, не потому что кому-то так просто захотелось. И това не беше случайно, не беше защото някой го е поискал. Потому что стала острая нужда. Ами защото имаше голяма нужда. Церковь взлетела на очень высокий уровень. Църквата излетя на много високо ниво. И некоторые из пасторей приняли славу. И някои от пасторите приеха тази слава. И начались очень ужасные падения. И са започнали едни много големи падения. Сперва упал главный апостол в Москве. Падна главният апостол в Москва. Развелся со своей
супругой, которая была крещена Духом Святым. Той се разведе с жена си, която беше крестена со Святия Дух. Кстати, пророк ей смерть в августе. Она должна была умереть. И 14 августа она должна была умереть. И на 14 августа тя трябваше да умре. Но она почему-то не умерла. Обаче по някаква причина тя не умряла. И он был очень злой. И той беше много зол. Что его жена не умерла. Че жена му не беше умряла. Потому что он очень хотел, чтобы она умерла. Той много искаше тя да умре. Потому что у него была уже новая жена. Защото той вече си имаше нова жена. Он получил ее по откровению. Той я и получил по откровение. Он увидел ее видение. Видяла я някакво виждане. И сказал, вот она, новая жена, данная мне Господом. И той каза, това е новата ми жена, която ми е дадена от Господа. Жена не умерла. Он с ней развелся. Жената не умрела, той си развелся с ней. Через один месяц он женился на однокласснице своей дочери. И след една година той си женил за съученичката на дъщеря. Которую он якобы получил по откровению. Която уши получил в откровението си. И служителей отправили меня в Москву, чтобы разговаривать с апостолом. И мен ме изпратиха в Москва, за да говоря с апостола. Но было, к сожалению, уже поздно. Обаче, за съжаление, беше много късно. То есть он уже принял решение. Той вече беше принял решение. Чуть-чуть попозже упал, очень сильно упал пастор нашей церкви. След някакво време много силно падение имаше пастора от нашата църква. И примерно то же самое грех. И примерно един и същ грех. И кому-то нужно было стать в заслоне. И някой трябваше да бъде като заслон. Кто-то должен стать вместо пастора. Някой трябваше да застане вместо пастора. Выбрали двоих. И избраха двама. Знаете, я помню, что перед этим ко мне подошло два пастора. Спомням си, че преди тази случка при мен дойдоха двама пастори. И они говорили, ты еще занимаешься тренерской деятельностью. И те ме питаха, ти тренираш ли все още? Я тогда был тренером. И аз тогава все още бях тренер. Довольно успешным тренером. Бях доста успешен тренер. Я еще раз напомню, что у меня было тогда больше 120 человек в команде. Ще ви напомня, че тогава имах повече от 120 души в мой отбор. И я преподавал смешанные стили. И преподавах смесени техники. То есть это боевое самбо, дзюдо. Самбо, дзюдо. Кикбоксинг, майтай. Кикбоксинг, майтай. Бокс. Бокс. И карате. Карате. И мы учили бойцов, боксеров учили драться против каратистов. И не обучавахме примерно боксерки да се бият срещу каратистите. Каратистов учили, ну, драться. Ну, то есть у каждого стиля есть свои плюсы, свои минусы. То есть всякий стиль си има свои плюсы и свои минусы. И мы проводили такие соревнования. И не провеждахме такива состязания. И моя команда, она занимала очень высокие позиции. И мой отбор займаше много высокие позиции. Но пастыря подошли ко мне, приложили свои руки вот так к сердцу. И пастырите дойдоха при мен, сложиха сердцете върху сърцето. И сказали, мы видим, что твое сердце находится на крючке у дьявола. И ми казаха, че ние виждаме, че сърцето ти се намира на повод на дявола. Дявол тебе зацепил и тащи тебя в самый ад. Дявол те захванал и те дърпа в ада. И вы знаете, может быть, сейчас бы я не делал бы таких радикальных шагов. И может быть, сега не бих направил толкова радикальные ступки. Ну, может быть, бы оставил тренерскую деятельность, но не оставил бы спорт. Может быть, бих оставил тренерскую деятельность, обаче не бих оставил спорт. Но тогда мы были большими максималистами. Обаче тогава бяхме много големи максималисти. Я оставил тренерскую деятельность. Я изоставих свою тренерскую деятельность. И оставил вообще спорт. И изоставих спорта изобщо. Просто ушел из спорта. Просто си заминах. Когда мой главный тренер узнал об этом. Когато главният ми тренер разбра за това нещо. Он сказал мне, что я просто сошел с ума. Той ми каза, че аз съм се побъркал. Находясь на вершине, на эпогее вот этой тренерской деятельности. И намирайкиси на върха. Я просто взял и оставил. На тренерската деятельност аз просто и изоставих. Потому что надо было это сделать кому-то. Защото трябваше някой да го направи. Тренерская деятельность слишком занимала много сил и времени. Тренерская деятельность займа прекалено много силы. Через какое-то время меня рукоположили на, это было в 94 году на учителя библейской школы. И през 94 година ме рукоположиха за библейская школа. В 95 году мне надо было сделать выбор. През 95 година трябваше да направя избор. Так как пастор упал. Понеже пастора е паднал. И надо было вступить на должность пастора. И трябваше да се застъпя на тази должность. А я в те времена, и по тези времена, 95-й год, 95-та година, в 94-м году у нас родился Павел. През 94-та година не се роди Павел. Ему было чуть больше года. Той беше малко повече от на една годинка. Да, что-то около двух лет. Някъде на две години примерно. И Наташа была беременна вторым ребенком. И Наташа беше беременна со второто дете. Наши сегодняшние переводчицы. Преводачката. Вот. То есть у нас уже было, в принципе, один ребенок и второй потенциальный, да? Едно дете и второе потенциально.
И я работал в реанимации в онкологическом диспансере. И тогда работал в реанимации в онкологическом диспансере. Как медицинский брат. Като медицинский брат. И я был студентом уже 5-го курса медицинского института. И бях студент на 2-й курс на медицинский университет. Я думаю, вы понимаете, что работа и учеба занимала просто уйма времени. И мисля, че разбирате, че ученето и работата заемаха много времени. И я не мог это сочетать совместно с пасторской деятельностью. И аз нямаше как да го сочетая с пасторската деятельность. Мне нужно было что-то оставить. Требаше нечто да оставя. Или оставить работу. Или да изоставя работата. Или оставить учебу. Да изоставя ученето. Или отказаться от пасторства. Или да се откажа от пасторството. Но Иисус Христос, вы знаете, призывал меня. Обаче Иисус Христос той меня призывал. И мы посоветовались, и семейный совет. Посоветовахме с семейството ми. С Наташей. С я Наташей. Пошел в деканат. Я утиду в деканата. Лечебного факультета. На лечебный факультет. Нашего медицинского института. В медицинский университет. Навсегда запомню на всю свою жизнь декана лечебного факультета. И завинаги ще запомню декана на нашия факультет. Она была деканом. Тя беше... И звали ее Нина Ивановна Балаева. Нина Ивановна Балаева. Я зашел в ее кабинет. Аз влязах в сайт и кабинета. И сказал, я пришел ей забрать документы из медицинского института. И казах, искам да се взема документите от университета. На всю жизнь запомню ее слова. И за цял живот ще запомня думите ей. Выражение ко мне, любви и уважение. И израз на нейната обич и уважение ко мен. В этих словах была огромная глубина. В тези думи имаше много голяма дълбочина. Ее отношение ко мне. Нейното отношение ко мен. Что она мне сказала? Какво ми каза? Она сказала, ты что, рехнулся, балда? Тя ми каза, ти лут ли си? Ты уже без 5 минут доктор. Ти си без 5 минут доктор. Как ты балда перевела? От качалка. От качалка, да. Ты без 5 минут врач. Без 5 минут си лекарь. Ты знаешь, что люди высокую цену платят для того, чтобы вообще поступить на лечебный факультет? И знаешь ли, какие цены плащат хората, за да влязат из общего в този лечебный факультет? Ты уже фельдшер на 5-м курсе. Ты вече си на 5-й курс. Ты куда? Ты о чем вообще думаешь? За какво говоришь из общего? То есть она меня очень сильно отругала. Тя много ми се скара. И сказала, я ничего не хочу слышать. И ми каза, ничто не искам да чувам. Ты уйдешь в академ отпуск. Ти ще заминешь в академ отпуском. Осталось... 6 месяцев. Останах эти 6 месяцев. До следующего потока. До следующего поток. Если ты не передумаешь, яко не си размислишь, я тебя отчислю. А что ты махна? Но если ты одумаешься, обаче, ако все пак, все-таки, решишь все пак, то ты продолжишь в 96-м году. Что продолжишь през 96-й год. В 95-м году, в сентябре продолжишь. То есть сентябрь месяц 95-й год. А в 96-м году закончишь. А през 96-й год ще завершишь. И она просто меня выпнула из своего кабинета. Тя просто меня излита от кабинета. Пошел вон отсюда. Каза ми, излизай вон тука. Иди, отдыхай там в академии. Почивай себе в академическом отпуске. Думай хорошенько. Помисли си добре. Но больше я не хочу ничего слышать. Но повече не искам ничто да чувам. И вы знаете, я очень благодарен этому человеку. И сам много благодарен на този человек. Что она тогда очень жестко ко мне, со мной так обошлась. Че тогава толкова твърдо ми проговори. Я остался работать в реанимации. И аз останах да работя в реанимацията. И тогда вели эксперимент. И тогава въведоха един эксперимент. Медицинский персонал в этой еврейской команде Брандорфов. Че медицинский экип в този отбор. Начали получать, может быть, в 2 раза больше, чем доктора. Те започнаха да получават повече, отколкото самите доктори. В нашем городе. В нашия град. Эксперимент заключался в том. Эксперимент беше следния. Очень интересный эксперимент. Много интересен. Он также был введен еще в УКБ, в областной клинической больнице в реанимации. Беше введен в окружната больница в реанимации. Что если мы будем хорошо платить работникам? Какво ще стане, ако плащаме добре на работниците? Лучше ли они станут работать? Дали ще работят по-добре? Ну, вот такой эксперимент. Такъв эксперимент. И нам начали платить такую хорошую зарплату. И започнаха да ни плащат хубава заплата. Конечно, для нашей семьи это было большое подспорье. Разбира се, за нашето семейство това беше много хубаво. Я перестал учиться в мединституте. Аз спрях да уча в медицинския институт. Я продолжал работать в реанимации. Продолжих да работя в реанимацията. Через 2 суток. И след 2 денонощия. И вступил в должность пастора церкви. Аз вступих в тази должность на пастора. Что я сегодня хочу сказать? И какво искам да кажа днес? Сегодня я хочу сказать о том, что мы с Наташей когда-то заплатили цену. Искам да кажа, че с Наташей някога си платихме цената.
цену того, что я отказался учиться в мединституте. Цената на това, че се отказах да уча в медицинский институт. Готов был отказаться. Аз бях готов да се откажа. Но через какое-то время. Обаче след някакво време. Вот, прошло несколько месяцев. Минаха няколко месяца. И Господь через несколько человек проговорил нам. И Господь через няколко души ми проговорил. О том, что я должен закончить медицинский институт. За това, че аз все пак трябва да завърша медицинский институт. Потому что Бог что-то для меня приготовил, какой-то свой Божий план. Готви нещо за мен. И в сентябре 95 года я вновь опять продолжил учебу. И през септември 95 година аз продължих с обучението си. Я должен был закончить мединститут в 95 году. Трябваше да завърша института през 95 година. А закончил его в 96 году. Обаче го завърших в 96 година. Конечно, я очень сильно отстал. Малко изостанах, разбира се. И закончить мединститут мне было колоссально трудно. И ми беше много сложно да завърша института. Я помню, что когда я сдал последний экзамен. Я си спомням, когато приключих с последния изпит. Это было на грани безумия. Това беше на границата на безумието. Потому что по ночам мы просто не спали. Защото просто нощем не спахме. И Наташа свидетель. И Наташа е свидетел. Я пришел домой. Аз се прибрах. Просто упал вот так. Просто паднах. И рыдал на взрыв. И просто ревах. Потому что цена того, что я закончил этот мединститут. Защото цената, че завърших този институт. Она была страшная. Тя беше много страшна. Просто страшная цена. Но слава нашему Господу. Но слава на нашия Господ. Это был 95 год. Това беше 95 година. И вы знаете, я сегодня хочу прочесть одно место, которое написано в Евангелии от Матфея. И днес искам да прочитаю одно место, което пишу в Евангелии от Матфея. Десятая глава. Десятая глава. С 32 стиха. От 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Это слова Иисуса Христа. Вас одумите на Иисус. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Вот непонятные слова, да? Вот сегодня мы порассуждаем. Доста неясни думи, днес ще си помислим над тях. И смотрите, какие слова произносит Иисус Христос. Какви думи произносит Иисус? Мессия, спаситель этого мира. Спаситель всякого человека на земле. Спасителя на всички хора на тази земя. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Можете сказать на это аминь? И сегодня я попытаюсь этот момент пояснить. И днес ще си постарая да разясни този момент. Опять я рисую сосуды. Отново рисувам съдове. И мы вспомним про закон соединяющихся сосудов, да, о том, что когда сосуды соединяются. И когато съдовете са свързани. И один сосуд полный. И единия съд е пълен. И кроме того, постоянно наполняется от Бога. И освен това се пълни отново и отново от Бога. То автоматически происходит наполнение пустого сосуда. Тогава автоматично се пълни и празния съд. Пока сосуды эти соединены. Докато тези съдове са свързани. Но смотрите, что происходит с человеком. Обаче какво става с човека? С человеком происходит то, что когда он приходит к Богу, с человека случва това, че когато той идва при Бог, он все еще пока прилеплен к системе другого мира. Той все още е залепен до системата на нашия свят. Чуждо Богу мира. На чуждия за Бог свят. Библия говорит о том, что этим миром управляет дьявол. И Библията казва, че този свят е управляван от дьявола. И вот эта система, она питается от самого ада. И тази система се подхранва от самия ад. Я могу привести очень много мест из Писания. Мога да ви покажа много места от Писанието. И до уверования в Иисус Христа грязь мира сего наполняла человека. И преди да повярва в Иисус Христос, тази мръсотия на този свят пълни човека. И придя к Иисус Христу, и идвайки при Христос, нужно сделать выбор. Трябва да си направим избор.
или отделить себя от Христа, или да се отделим от Христос, и остаться в системе этого мира, и да останем в системата на този свят, или оставить систему этого мира, или да изоставим системата, и окончательно присоединиться к Иисусу Христу, и наполно да се присоединим к Иисус. И тогда Бог постепенно он вымывает всю вот эту мирскую суету. И тогда Бог ще измие тази мрсотия, власть греха, власть на греха и власть самого дьявола. И власть на самия дьявол. Многие люди даже не понимают о том, что они находятся под властью самого сатаны. И много хора не разбирают, че се намерят под властью на самия сатана. Иисус Христос поэтому говорит очень просто. И затова Иисус Христос казва много лесни думи. Он говорит, если ты делаешь грех, той казва, че ако правиш грех, то ты являешься рабом греха. Значит, си раб на греха. Какой выбор мы сделаем? И каков избор ще направим? Интересно, что вот к этой системе, интересно то, и че към тази система относится моя семья, се отнася моето семейство, мои дети, моите деца, у кого-то муж, у кого-то жена, может быть, мыши или жена, у кого-то родители, родители, которые, когда человек приходит к Христу, когато човека идва при Христос, чаще всего, ну и практически всегда это происходит, най-често или почти винаги, они восстают, те восстават на вновь обращенного. Срещу, очень ярко это происходит даже повярвали. Особенно в мусульманских странах. Много часто се случва в мусульманские страны. Мы, например, из Казахстана. Например, сме от Казахстан. Там ставят условия. И там поставят условия. Родственники ставят условия. Роднините поставят условия. Или ты отрекаешься от Христа. Или се отричаш от Христос. Или мы отрекаемся, всем своим родом отрекаемся от тебя. Или ние ще се отречем цялото семейство от тебя. И тебе. Более того, ты будешь проклят. И най-вече ти ще си проклет. Мы тебя проклянем. Ние искаме да то проклянем. Известны такие случаи, правда? Знаете такие случаи, нали? И человеку надо сделать выбор. И человека трябва да направи избор. Кого он больше любит? Кого обича повече? Дети говорят, отрекись от Христа. Децата казват, отречись от Христа. Жена говорит, отрекись от Христа. Жената казва да се отречеш от Христа. Муж говорит жене, отрекись от Христа. Мъжа казва на жената да се отречеш от Христа. И так далее. И така нататък. То есть мир требует своего. То есть свято си иска неговото. Помните вот этот случай, когда Иисус Христос начал говорить своим ученикам о том, что ему надлежит идти в Иерусалим. Вспомните ли си случай, когда Иисус Христос рассказывал на учениците си, и пострадать той, от фарисеев. Той трябва да отиде в Иерусалим и да пострада и от фарисеите. И быть убитым. И трябва да бъде убит. И воскреснуть на третий день. И ще бъде воскресен на третий день. И подходит к нему тайно кто? И тайно при него отива кой? Петр. Петр. И так чисто по-душевному, так ласкательно, тихим голосом так и написано. И така душевно, много меко пита. Учитель. Учителю. Да не будет этого с тобой. Нека не се сбудва това с тебе. Не иди в Иерусалим. Не утивай там. Не надо тебе страдать. Ти не трябва да страдаш. Ты такой хороший человек. Ти толкова добър човек. Что сказал Иисус Христос Петру? Какво му отговорил Иисус? Он развернулся. Той се обърнал. Сказал, отойди от меня, сатана. Ему и казал, махайся от меня, сатана. Что это значит? Какво значи? Это значит, через одного из ближайших учеников. Това значит, че от един от най-близките ученици. Сатана приходил к Иисусу Христу. Сатаната идва при Иисус. И пытался его убедить в том, что не надо идти на Голгофский крест. И се опитал да го убеди, че той не трябва да отива на Голгофския кръст. Но Иисус Христос. Обаче Иисус Христос. Он сделал свой выбор. Той направил избора си. Он положил эту жертву за нас. Той положил тази жертва за нас. Чтобы нам сегодня быть искупленными. За да бъдем искупени днес. И иметь свободный вход во святая святых. И да имаме свободен вход в святая святи. Еще раз прочитаю. И ще прочита отново. Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Это цена ученичества. И твоя цена-то на ученичеству-то. Это Иисус Христос сказал своим ученикам. Иисус ученикам. Христос го е казал на учениците си. То есть необходимо заплатить определенную цену. Необходимо е да се плати определенная цена. Еще одно место, которое я хочу сегодня прочитать. И още одно място, което искам да отворим. Также написано в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матея. 16 глава. 16 глава. 24-25 стихи. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Вот что значит «кто хочет идти за Мной, отвергни себя».
Какво значи, който иска да, да дойде след мен и нека се отрече от себе си? Это, а, то, и знай, то и значит. Това си значи. Отвергнуть свою душу. Да отрече душата си. Отвергнуть все то, что ты любишь. Да се отречеш от всичко, което обичаш. Отвергнуть все то, что тобой владело в этом мире. Да се отречеш от всичко това, което има влияние върху теб в този свят. Знаете, на Востоке есть очень точная поговорка. И на Истоха има една много хубава пословица. То, чем ты владеешь, че онова, което владееш, на самом деле владеет тобой. Всъщност владее тебе. То, чем ты владеешь совершенно, и онова, което имаш напълно, совершенно владеет тобой. Совершенно владеет тебе. Очень важно посмотреть на свое сердце и сказать. И много важно да погледнем сърцето си. Вот это владеет мной. И да кажем, че това нещо владее мен. Я всего лишь раб этого. Аз съм само раб на това нещо. Я принадлежу этому. И аз принадлежа на това. Я не являюсь христианином. И аз не съм християнин. Потому что я принадлежу вот этому. Защото принадлежа на това. Быть очень честным. Бъдете честни. Но если ты хочешь быть христианином, обаче, ако искаш да си християнин, от слова Христ, от слова Христ, но от думата Христос, Христос, то тебе важно посвятить свою жизнь Ему. Тогава е важно да посвятим живота си на Него. Отказаться от этого. Да се откажем от това. То, чем, то, что тобой владеет. Да се откажем от това, което те владее. И то, чем ты думаешь, что ты владеешь. И от онова, за което ти си мислиш, че владееш. И я хочу прочитать последнее место сегодня. Искам да прочита последното място днес. И оно написано в послании к римлянам. Послание к римляни. 8 глава. 8 глава. С 30 стиха. От 30 стих. А кого Он, Иисус Христос, то есть предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Вот мы говорили в прошлый раз о праведности, да? А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? То есть Бог нам вместе с Иисусом Христом подарил абсолютно все. То есть Бог заедно с Иисусом Христом не подарил абсолютно всичко. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? И смотрите, послушайте внимательно. Скорбь или теснота? Что отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас, как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Господи нашим, аминь. Вы знаете, на самом деле здесь прослеживается такая очень четкая иерархия. И тут можем да видим одна определенная иерархия. Я думаю, что апостол Павел начинает с чего-то простого. Апостол Павел започнул от нечто попросту. И заканчивает самыми такими опасными, тяжелыми соблазнами, которые могут нас реально отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. И приключил с одни такие сложные, опасные соблазни, которые могут да не отлучат от Христос. Он задает вопрос нам. И той не задавал вопрос. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кой еще не отлучит от Христовата любовь? Скорбь или теснота? Скорбь ли или утеснение? И вы знаете, вот сколько человечество существует после Рождества Христова. И колкото существует человечество вслед рождения на Христос. Столько христиане подвергались очень страшным гонениям. Толково христиане се подлагали на страшные гонения. Начиная от первых столетий. Започвайки даже от первых столетий. Но чем больше христиан гнали и убивали. Обаче колкото повече са били гонени и убивани христиане. Чем больше распространялась вера. Толково повече се распространявала вярата. И тем крепче становилась вера христиан. И толково по-силна ставала вярата на христианите. Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота только укрепляют нас. Скорбь, утеснение, гонение, глад, голота само не объединяют. Но то, что апостол Павел ниже описывает. Обаче, това, което описва по-долу апостол Павел. Смерть. Смъртта. Смерть это уже серьезно, да? Смерть вече е серьезно нечто. Смог ли бы ты отдать свою жизнь за Христа? Били могъл да си дадеш живота за Иисус Христос? Ни жизнь. Нито живот. Значит, в одном месте, в другом написано о том, что сластолюбивая заживо умерла. И это перевод говорит сластолюбивая, любящая комфорт.
И вдруг на другом месте пишет, что сластолюбивые. То есть мы создаем зону комфорта. И, в принципе, для человека это естественно. Он за какой-то убича зоната на комфорта си. Рыба ищет где глубже, да, человек где. За человека твое естественно нечто, либо то тырси на подолбогу, а то человека тырси. Мы создали зону комфорта. По-добре. И не си создаваме зоната на комфорта. И нам совсем не хочется ее покидать. И изобщо не си иска да я напускаме. Нам не хорошо. Чувствуваме се добре там. Но если тебе предложат, что для тебя сейчас важнее, Христос? Обаче, ако те попитат, кое е по-важно за теб? Оставить зону комфорта. Христос или ты изоставишь зону комфорта? И последовать за ним. И да го последваешь. Оставишь ли ты свою зону комфорта? Дали ще изоставишь зоната си на комфорта? И смотрите дальше, что перечисляется. И какво се приброява нататък? Ангелы. Ангелите. Ну, кто такие ангелы? Кои са ангелите? Великолепные существа. Това са едни великолепни същества. Блистательные. И мы иногда, соприкасаясь с ангелами или узнавая о них, и понякога, когато разбираме за ангелите, мы думаем, что нам надо им поклоняться. Ние си мислим, че ние трябва да им се покланяме. Мы люди такие стали ничтожными по сравнению с ангелами. Ние хората сме толкова ничтожни по сравнению с ангелите. И Библия описывает такие случаи, когда ангел является человеку. И Библията описва случаи, когато ангела се явява на човек. А человек падает перед ним. И човека пада пред него. На лицо свое, ниц. На лицето си. И ангелу приходится поднимать человека. И на ангела му се налага да вдига човека. И объяснять ему. И да му обяснява, что он всего лишь ангел. Че той е само ангел. Что Слово Божие говорит по поводу ангелов? Какво казва Божието Слово за ангелите? Ангелы – суть служебные духи. Аминь или не аминь? Че ангелите всъщност са служебни духове. Ангелы призваны служить человеку. И са призвани да служат на човека. Человек поставлен на очень высокий уровень. И человека и поставлен на много высокое ниво. В Божьем творении. В Божьем творении. Я могу даже так смело заявить. И могу даже смело докажа. О том, что человек поставлен на один уровень с Богом. За то, что человека и поставлен на одно ниво с Богом. Во Христе Иисусе. В Иисус Христос. Всегда надо делать поправку. С Богом на одном уровне. И винаги во Христе Иисусе. Внасяме тази поправка, че сме на едно ниво с Бог, само когато сме в Иисус Христос. Почему? За что? Потому что Христос не почитал хищением быть равным Богу. Защото Христос не искал да бъде равен на Господа. Он равный Богу. Той си е равен. Когда Фома увидел Христа, когато Фома е видял Христос, с пронзенными руками, ногами, рани в краката, в с пронзенным подреберьем, он сам видел, как Христа убивали. И той видел, как са убивали Христос. И любой бы человек, видя это, и всякий один человек, виждайки това нещо, никогда бы не поверил, что этот человек может воскреснуть. Никога не би поверил, че този човек може да воскресне. Мы сейчас с Натальей смотрим фильм «Идиот». И сега с Наташей глядаме фильм «Идиот». Федора Михайловича Достоевского. На Достоевский. И там есть эпизод, на самом деле этот эпизод взят из жизни Достоевского. Там один эпизод, който е взят всъщност от живота на самия Достоевский. Когда Достоевский, это исторический факт, он написан в таких биографических данных. Това е исторический факт, който се описва в... Он зашел в один из европейских музеев. Той влязал в один от европейските музеи. И увидел одну картину. И видел одна картина. И на этой картине был изображен мертвый Христос. И на тази картина той видел мертвый Христос. Страшная картина. Това е страшна картина. Изможденное убитое тело. Едно изтощено убито тяло. Истекшее кровью. Което изцапано с кръв. И на лице Иисуса Христа была отображена такая лютая смерть. И на лицето на Иисус Христос се вижда една много страшна смерть. То есть... Это мертвое тело. То есть твое мертвое тело. Это мертвая сущность. Твоя мертва сущность. И когда Достоевский смотрел на эту картину долго. И когда Достоевский долго глядел тази картина. Он сказал такую фразу. То я казал следната фраза. От этой картины веру потерять можно. От тази картина можешь да си загубишь вярата. Ну, вы знаете, Фома видел смерть Иисуса Христа. И Фома е видял смъртта на Христос. И когда он увидел воскресшего Христа. Когато той видел воскреснали и Христос. Что он сказал? Какой казал? Он сказал, Господь мой. Той казал. И что еще? Господь мой. И Бог мой. И мой Бог. И вы знаете, Иисус Христос не стал его переубеждать. Иисус Христос не искал да го преубеждал. И говорить ему, ты что говоришь такое? И да му казва, какво говоришь? Я не Бог вовсе, да? Аз не съм Бог. Я не Господь. Аз не съм Господ. Иисус не стал или стал? Иисус не говорил таких слов. Иисус Христос не казал тези думи. Иисус
согласился. Иисус Христос се согласил. Потому что он такой и есть. За что-то той сие таков. Он есть Бог. То есть Бог. Который всемогущий. Който е всемогъщ. Который целенаправленно пришел на эту землю. Целенаправленно дошел на тази земля. И который добровольно умер. Който добровольно умер. Сознательно пошел на Голгофский крест. И сознательно утишил на кръста. Сознательно принял все страдания. Сознательно принял всички те страдания. Пригвозил проклятие ко кресту. И сложил всички те проклятия на кръста. И пролил свою кровь. И излял своята кръв. Святую и беспорочную кровь. Святая и беспорочная кровь. Праведный за неправедных. Праведно за неправедното. Доказал свою любовь. И доказал своята любовь. Мы не поклоняемся ангелов. Ние не се покланяме на ангелите. Мы понимаем о том, что сатана увел третью часть ангелов когда-то. И ние знаем за това, че сатана е взел една трета част от ангелите. Это огромная някога. Часть ангелов. И това е една огромна част. И последние времена. И през последните времена. Написано так. Пише. Что сатана будет являться в виде ангела. Че сатана ще се явява под вид на ангели. Ну, представьте себе, какая-то сущность пришла к тебе ночью. Представите си, някаква сущност идва през нощта. И начинает говорить тебе по Писанию. И започва да ти говори според Писание. Потому что дьявол хорошо знает Писание. Защото дьявол познава много добре Писанието. Будет говорить тебе, вот написано. И то, что ти казва, это пише. Вот сделай вот так, вот так, вот так. Направи така. Если у тебя нет слова знания, если нет духа мудрости. И ако не знаешь словото на знание и духа на мудрост. А дух мудрости всегда рядом с тобой. Обаче духа на мудрост винаги е до теб. Дух утешитель, дух святой. Духа на утиш. Который отправлен к нам для того, чтобы напомнить нам все. Святия дух, който не е бил изпратен, за о чем да говорил Иисус Христос своим ученикам. За всичко това, което е говорил Христос. Просто повернись к нему и скажи, Господи, что это передо мной сейчас? Просто се обърни към него и го питай, Господи, какво е това срещу мен? Этот ангел от тебя ли или не от тебя? Дали този ангел е от теб или не? И Бог тебе скажет. И Бог ще ти каже. И вы знаете, вот есть одно уникальное выражение на самом деле у Якова. Един уникален израз при Яков. Который говорит, прежде смиритесь под крепкую руку Божию. Който казва, да се смирим под силната ръка на Бог. Противостаньте дьяволу. Да се противопоставим на дьявола. И убежит от вас. И той ще избяга. Вот. Прежде чем воевать с дьяволом и с его ангелами, с бесами, с падшими ангелами. С бесовете, с падналите ангели. Что очень важно? Какво е важно да направим? Очень важно, очень хорошо соединиться с Господом Иисусом Христом. Важно е да имаме много силна връзка с Иисус Христос. И я еще раз напомню, чем мы соединяемся. И через какво се соединяваме? Это чтение Слова Божьего. Това е четенето на Божието Слово. Это молитва. Това е молитвата. Можете мне подсказывать. Можете да ви давате подсказки. Общение. Това е общуването. Со святыми. С свети хора. Это пост и молитва. Да, пост усиливает молитву. Пост это усилва молитвите. Это Дух Святой. И това е Святия Дух. Что еще? Хваление, прославление. Хвала и прославление. Покаяние в самом начале. Покаяние в началото. Или еще, может быть, точнее, плоды покаяния. Даже, может быть, плодовете на покаянието. Очень важно принести Богу плод. Много важно да донесем плод. Исповедание. Исповядването. Регулярно исповедовать свои мысли, свои дела, поступки перед братьями и сестрами, перед Иисусом Христом. Регулярно да исповядваме своите постъпки пред братята ни. Или пред самия Христос. Смотрите, сколько много того, что нас может объединять с Иисусом Христом. Вижте, колко много неща, които да ни объединяват с Иисус. И усиливать в эту связь. И да засилват тази връзка. Недавно мы смотрели, да, Джон Бивера. Наскоро гледахме Джон Бивер. Где он приводил, его сотрудник приводил научные данные. Неговия колега показва едни научни данни. Что дает только одно чтение Слова Божьего. Какво не носи само четенето на Божието Слово. И вот данные говорят о том, что когда человек читает только один раз в неделю. И данните показват, че когато човека чете Словото веднъж седмично. Это вообще ничего не дает. Това не ти дава нищо. Вера не растет. И вярата не расте. И человек остается в своих, ну, как бы вот так, делах. И человека си остава в своите дела, суете. В суетата си. Когда читает два раза в неделю. Когато чете Библията два пъти седмично. Уже начинает что-то меняться. Вече започва нещо да се променя.
Приходит позитивное мышление. Идва едно позитивно мислене. Человек начинает что-то провозгласать в своей жизни. Человек започва да провозгласява някакви неща в живота си. И только когда человек читает Слово Божие 4 раза в неделю. И само когато човек чете 4 пъти седмично Слово. В его жизни происходят коренные перемены. В живота му се случват много силни промени. Он начинает активно, это говорит статистика. Така показва статистиката, че той започва активно. Он начинает активно говорить людям об Иисусе Христе. Да говори на хората за Иисус Христос. Вот такие данные. Това са данните. И это только чтение Слова Божьего. И това е само четенето на Божието Слово. Но Библия нас призывает постоянно молитесь. Обаче Библията ни казва постоянно и да се молим. Исполняйтесь Духом Святым. Да се напълваме с Святия Дух. Тоже постоянно. Също да? Постоянно. Периодически входить в посты. Периодично да влизаме и в пост. Приходить периодически и регулярно исповедоваться. Регулярно да се изповядваме. Кстати, сюда же входит также и трапеза Господня. Също тук влиза и Господната трапеза. Причастие. Причастието. Одно из сильнейших действий. Одно от най-силните действия. Которое делает Церковь Христова. Които трябва да прави Христовата църква. Кстати, я пока не забыл, я скажу сразу, что в эту среду у нас также будет, мы решили добавить причастие в наше общение. И докато не забравих, в тази среда ще имаме и причастие. Поэтому, у кого есть такое желание, потребность, приходите также и в среду 18:30. Така че, който идва, нека дойде в среда. Но именно глубокое общение с Иисусом Христом. Обаче, само дълбокото общуване с Иисус. Очищает меня. Ме пречиства. От всего мирского. От всичко онова, което идва от света. И дает мне силу противостать дьяволу. И ми дава сили да се противопоставя на дявола. И дьявол бежит. И дьявола бяга. Мы понимаем, да, о чем сегодня речь? Разбирате ли за какво говоря? Но очень важно положить цену. Обаче много важно да принесем цена. Я верю во что? В какво вярвам аз? Любой христианин. Че всеки един християнин. Это вот мой пасторский опыт. Това е мой пасторский опыт. Который решил последовать за Иисусом Христом. Който решил да последва Иисус Христос. Рано или поздно будет проходить эти этапы. Рано или късно ще минава през тези етапи. То есть рано или поздно Бог поставит тебя перед выбором. То есть рано или късно Бог ще ти даде избора. Или я, Господь Иисус Христос. Или аз, Иисус Христос. И тебе надо меня избрать. И ти трябва да ме избереш. Или то, что ты очень сильно любишь всей своей душой. Или онова, което обичаш с цялата си душа. И тебе надо это оставить. И ти трябва да го изоставиш. Можешь и не оставлять. Може и да не го оставишь. Но Иисус Христос пойдет дальше. Обаче Иисус Христос. Вы помните, да, вот эту историю, когда Иисус Христос шел со своими учениками. Вспомните ли си тази история, когато Иисус Христос вървял со своите ученици. И один мужчина закричал. И един мъж извикал. Учитель, я пойду за тобой. Учителю, аз ще те следвам. Ну дай мне просто пойти и похоронить отца своего. Обаче изчакай да отида да погребя баща си. Но это же что-то святое, правда, да? Ну, пойти свято, похоронить своего отца. Да погребеш баща си. Что сказал ему Иисус Христос? Обаче, какво му отговорил Иисус? Да. Позвольте мертвым хоронить своих мертвецов. Позволите это слова Иисуса Христа. На мертвите. Иногда слова Иисуса Христа звучат жестко, жестоко. Позволите на мертвите да погребат мертвите. Ну, вы знаете, на самом деле это цена твоего спасения. Потому что если ты не оставишь мир, обаче, това е цената на твоето спасение, защото ако не оставиш света, то ты не сможешь присоединиться к Иисусу Христу. Тогава няма да можеш да се присъединиш към Исус. Не сможешь позволить ему очистить, омыть тебя. Няма да можешь да му позволиш да те причисти. И сделать тебя свободным. И да те направи свободен. По-настоящему свободным. Истински свободен. И мне нравится вот в этом послании. И в това послание много ми харесва. Апостол Павел пишет невероятную мысль. Апостол Павел изписывает нам много хубава мисъл. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Это 37 стих. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. И вы знаете, това ставаме повече от победители через този, който ни е възлюбил. Вот казалось бы любовь. И там, и там любовь. И там имаме любовь. С одной стороны, на одних чашек весов лежит грех. От едната страна лежит греха. И что я называю грехом? Какво наричам греха? Что Библия называет грехом? Какво нарича Библията грях? Все, что не по вере. Всичко онова, което не е по вярата. В Иисус Христа является грехом. В Иисус Христос се явява грях. Иисус, обличая этот мир, Он говорит, Иисус грех, Христос, что вы не поверили в Меня. Иисус Христос обличава този свят и казва, че грях, че не сте повярвали в Мен.
А на других чашах? А на другие чаши стоит любовь к Иисусу Христу. По другой эта страна застава любовь к Иисусу Христу. И вот, вы знаете, я обычно говорю так, о том, что если в жизни человека есть что-то, что перевешивает чашу весов я в сторону грехи. Я обыкновенно говорю, что если в жизни на человека есть нечто, которое по-сильному, которое по-тяжко. В сторону его души. В страната на него эта душа. Вот я люблю это. Я обичам това. Я это не оставлю. Я могу оставя. И я знаю, что Иисус Христос есть. Я знам, че Иисус Христос го има. Я верю в Него. И вярвам в Него. Но от этого я не смогу отказаться. Обаче, от това нещо няма как да се откажа. Ну, вот и все. И това е. Бог не будет тебя насиловать. Бог няма да те насилва. Вы знаете, Библия вообще ничего не запрещает. И Библия это изобщо ничто не забранява. Есть три правила, которые апостол Павел четко пишет, прописывает. Има три правила, които са много добре изписани. Все позволительно тебе, человек. Че всичко, все. Всичко тебе позволено. Помните это, да? Но не все назидает. Но не всичко ты изгражда. Второе правило какое? Все позволительно тебе, человек. Всичко тебе позволено. Но не все полезно. Обаче не всичко и полезно. И третье правило самое мощное. И третье то правило. Все позволительно тебе, человек. Че всичко тебе позволено. Но ничто не должно обладать тобой. Обаче ничто не трябва да те обладае. Это правило, оно решающее. И твое решаващо правило. Ничто не должно обладать тобой, кроме Иисуса Христа. Ничто не трябва да те обладава, освен Иисус Христос. И только Христос дает тебе настоящую победу и свободу. Христос тебе дава истинската победа и свобода. И знаете, моя жизнь этому свидетельство. И мой живот е свидетельство. В моей жизни были тяжелые наркотики. Мой живот, аз имах тежки наркотици. В моей жизни была преступность. Имах преступност. В моей жизни было призвание и слава. Мой живот имах призвание и слава. Люди в моем городе, видя меня, склонялись предо мной. Хората в мой град, виждайки ме, потому что это было положено так. Защото така е било положено. Я где-то вот так принимал эту славу, был уверен. Я приемах тази слава. И много-много-много чего. И много-много неща. И вы знаете, всего этого сегодня нет в моей жизни. Всичко това днес го няма в мой живот. Нет наркотиков. Няма ги наркотиците. Нет принятия славы от людей. Няма това приемане на славата от хората. Я мог бы давно бы стать профессором там по любой медицине, хоть по западной, хоть по китайской медицине. Отдавна бих могъл да стана професор в някой от медицините. Но я избрал для себя другое призвание. Обаче за себе си избрах друго призвание. Я принял для себя решение быть рабом Христа. Взех решение за себе си да бъда раб на Иисус Христос. И почитаю это привилегией. И го почитам като привилегия. Потому что я знаю, что мир, он не спасет меня. Защото знам, че света няма да ме спаси. В Китае очень мудро говорят. И в Китае много мудро казват. Богат тот человек, чей богат онзи, который сможет унести свое богатство на небеса. Който може да вземе богатството си на небесата. Это в Китае говорят. Казват го в Китай. Я думал, ну, это должен сказать христианин. Това трябва да го каже почему христианин? Это китайцы говорят? Защо китайците го казват? Богат тот чей богат человек, онзи човек, кто сможет унести свое богатство на небеса. Който може да вземе богатството си на небесата. Вот ты вот это вот все мирское ты не сможешь с собой забрать на небо. Всичко това светското няма как да го вземеш на небеса. Ни деньги. Нито парите. Ни человеческую славу. Нито славата. Ни развлечения. Нито развлечения. Ни какие-то компьютерные игры, да? Нито някакви игри. Ничего не сможешь унести. Ничто няма да можеш да вземеш. А что мы можем унести? Бачи, какво можем да вземем със себе си? Мы можем унести любовь. Можем да вземем любовта. Мы можем унести общение, которое мы имели здесь на земле. Да вземем общение, което имахме тук на земята. Радостные переживания, которые мы переживали вместе. Радостные преживявания, което сме имали. Аминь или не аминь? Аминь. Мы можем перенести с собой веру, которую дал нам Иисус Христос. Можем да вземем с нас вярата, която ни е дал Иисус. На самом деле именно Иисус Христос нас учит по-настоящему любить. И точно Иисус Христос не учит, как истински да обичаме. И любовь это не то, что любит за что-то. И любовь-то не е да обичаме за нечто. А любовь это то, что любит несмотря ни на что. А любовь-то обича въпреки всичко. Слава нашему Господу. И слава на нашия Господ. Я сегодня задам несколько вопросов. Нещо ви питам няколко вопроса. Заплатил ли ты цену, чтобы быть христианином? Дали си платил цената да бъдеш християнин? Заплатил ли ты цену, чтобы стать учеником Иисуса Христа? Дали си платил цената да бъдеш ученик на Иисус? Заплачена ли тобой цена? Дали е платена цената? Чтобы быть последователем Иисуса Христа? За да следваш Иисус Христос? Ответь себе честно. Отговори си честно.
И я могу сказать так, что даже если сегодня цена не заплачена, наступит такой период в твоей жизни, когда ее нужно будет заплатить. Потому что Петр божился, да, что он душу свою отдаст за Христа. И потом трижды отрекся от Иисуса Христа. Но это был не конец. Потом он стал одним из самых невероятных апостолов. След това той станал один из най-невероятните апостоли. Давайте мы склоним наши сердца. Нека преклоним сърцата си. Коротко помолимся. Накратко си помолим. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Благодарим тебя, скъпи Иисус. За то, что за подвиг своей души ты смотришь сегодня с довольством. За това, че гледаш с довольство върху подвига над своята душа. Ты не жалеешь ни секунды о том, что ты сделал 2000 лет тому назад. И ты не сожалеваш ни одна секунда за това, което си свършил преди няколко хиляди години. Ты отдал душу свою добровольно. И ты си дал душата си добровольно. Принял на себя грех всего мира. Ты си приел греха на целия свят върху себе си. Принял проклятие всего мира. Ты си взял проклятието на целия свят. Все болезни и недуги в один момент пришли на тебя. Всички ти болести се сыпали върху тебе. И это были страшные страдания. И това са били страшни страдания. Но ты все перенес. Обаче ти всичко си издържал. Силу возлюбившего через тебя. Через силата на възлюбилия теб. Так же и нам дай преодолевать все. И помогни ни и на нас да преодоляваме всичко. Дай, чтобы в нас любовь Христа. Помогни ми Христовата любов. Она стала больше любви. Да бъде повече от любовта. Ко всему на этой земле. Която е към всичко на тази земя. Потому что только это меня спасает. Защото само това ме спасява. И Иисус не против того, чтобы мы любили своих детей. Иисус не против того, да обичаме децата си. Иисус не против, чтобы мы любили, почитали своих родителей. Иисус не против того, да почитаме родителите си. Иисус за то. Иисус Христос е за това. Чтобы любовь к Богу. Любовта към Господ. Стала на первое место. Да бъде на първо място. А все остальное. И всичко останало. Устроиться самим Богом. Ще се устроя от самия Бог. Поэтому и написано. И за това пише. Ищите прежде Царство Божие. Търсете първо Царството Божие. И правда Его. И Неговата правда. Все остальное приложится. И всичко останало ще се приложи. Господь, мы молились на этом месте. И ми си молихме на това място. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя на нашия Господ Иисус Христос. Который есть наш Господь и наш Бог. Който е нашия Господ и нашия Бог. Есть только одно имя, которым надлежит нам спастись. Има само едно име, чрез което можем да се спасим. И всякий, призвавший имя Господне, спасется. Всеки, който призове името на Господ, ще се спаси. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Името на Отца и Сына и Святия Дух. И народ Божий да скажет. И Божий народ нека каже. Аминь. 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 Будьте благословенны. Давайте мы воздадим славу нашему Господу. Я хотел пригласить сегодня Марию. Искам да поканя Мария. Мария, ты готова? Александр, и Александр, и Мария. Выходите, ага. Давайте мы поприветствуем, убрать.